В Великом Новгороде прямо на берегу Волхова в декорациях деревянной крепости прошел вечер смешанных единоборств. Ринг турнира ММА установили в центре площадки, а атмосфера старины придала бойцовскому турниру интересный колорит. В восьмиугольнике состоялось 13 боев между спортсменами из нашей области и Санкт-Петербурга. В главном поединке за пояс в весовой категории до 71 килограмма встретились бойцы из северной столицы и старой Русы. Победу одержал рушанин Рамеш Морозов. И это главный бой в вашей карьере? За пояс, да. Да-да-да. По профессионалам, так как выступал уже раньше по любителям, а здесь вот начал профессиональную карьеру, и пока вроде бы неплохо, и думаю, в дальнейшем буду дальше выступать, дай бог, в сильных организациях. Новгородских бойцов активно поддерживали зрители. В их числе мастер спорта по самбо, боевому самбо, вольной борьбе и рукопашному бою, профессиональный боец UFC Александр Яковлев. Знаю, что в нашем городе очень много и спортсменов, которые занимаются профессионально, и вот такие вот турниры – это хорошая и большая возможность для того, чтобы проявить себя и показать, чтобы потом в дальнейшем выйти на более высокий уровень. Потому что вот без таких турниров это просто невозможно. Отметим, что это уже третий профессиональный турнир смешанных единоборств, который прошел в Великом Новгороде за последнее время. Зрители остались довольны, а организаторы планируют повторить соревнования в октябре. И на этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи на телеканалах «Россия» и «Россия-24».